Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Все о жизни ТВ. И сегодня очередной выпуск, обзор на роллы. У нас одни роллы открылись. Вам видно меня, нет? У нас одни роллы новые открылись. Я, конечно, можно сказать, рискнул. Рискнул в том, что у них все роллы по 123 рубля. Вот. И у них и Филадельфия, и обычные всякие разные. И главное, цена все одно. 1, 2, 3 рубля. 123 рубля. Ну, это, конечно, я не знаю, что там может быть. Я, в принципе, взял самые дорогие. Это с угрём и Филадельфию. Там еще... Ну, я вам сейчас все покажу. Долго томить не будем. Поехали. Я прям распаковывать буду при вас. Показывать все сразу буду. Смотрите. Итак. Так, в обычном пакете, таких обычных упаковках. Вот, сейчас я вас. Вот. Так. Вам, наверное, плохо видно. Сейчас, секунду, я вас еще опущу. Вот. Вот такие вот роллы. На первый взгляд, если честно, даже интересно. Ну, на вид еще не значит вкусные. Так, привезли второй парочек. Вот такие вот три баночки соевого соуса. Взвешивать я их не буду, потому что у них граммовок нет, у них сайта нет, у них все в Инстаграме. Так, там какая-то Филадельфия люкс и какая-то Филадельфия обычная. Слушайте, ну, так, вот такая вот. Ну, кстати, рыбка такая толстая, но... Я сейчас попробую одну. Да уж. В общем, рыба копченая, знаете, в пакетах продается. Вот это вот в Пятерках, Магнитах. В вакуумных пакетах. Вот такой слабосоленая, копченая. Ой. Ужас, конечно, насчет сборки. Вот такие вот роллы. И оно вообще разваливается. Ну, сейчас попробую вообще, что он имеет себе по вкусу. Ну, что-то я не понял, если честно. Рыба вот такая вот. Вот. О, бля. Да ёпта мать, она аж выскользает из палочек. Вот. Так, а вот, я не знаю, как вам показать, еще угорь. Да, угорь тут, конечно, на карбонадин называется. Сейчас попробую так взять, чтобы вам показать. Это типа угорь. Не знаю, видите, не видите. Что-то... Я попробую его даже взять сырого. Ёпка мать, он даже не берется. Он просто на вот такие кусочки разваливается. Просто какая-то корка. Опа, смотрите. Я не знаю, видно вам нет. Косточка, смотрите. Вот. Вот. Это жесть. Но я попробую.
рискнул, как сказать. Это пипец. Ну, знаете как? Кто никогда роллы не ел, а кто первый раз их будет есть, хотя лучше человеку не давать эти роллы даже для первого раза. А еще у меня вот, вот. Причем вот эти вот запеченные. Так, в чеке у них названия роллов нет. В чеке нет названия роллов. Но вот эти вот запеченные. Какая-то рыба там, какая-то шапочка. Попробую. Ну, вот такие покрупнее, а на вкус не знаю, как они вообще. Я вспомнил, он еще спрашивал, а запеченные с лососем или с крабом? Я сказал с лососем, но здесь зачем-то перец находится, лосось, еще какой-то овощ. Ну, ага. А вот это я говорю, давай с крабом. Вот эти вот. Какие тут крабы? Крабовые палочки, может быть. Да. Кстати, этот соевый соус, как это бодяжный. О боже. Васаби. Острый такой, кстати. Ну, какой-то тоже все неестественное. Вот это шляпа полная, запеченная шляпа. Жареная, так еще. А запеченная, она, как сказать, она... ну, съедобна, начинка отстойная. Слушай, вот это вообще жесть. Вот эта коробочка жесть полная. Я еще раз попробую до конца понять. Так, ну наги я, честно, вообще пробовать не буду. Я попробую вот этот вот. Я не знаю, какой из них люкс, какой не люкс. Ебать. Ебать, я только сейчас кое-что заметил. А, это авокадо. Я думал, с картошкой, что ли. Сыра мало. Какой-то... рыба реально морозильная, с пятерочка. Не свежая, а вот этот вот. Жесть. Ну, я попробую для завершения еще раз эту унаги, уги, что это там. Это жесть полная. Да, у них все они на вкус одни и те же. Это пипец. Это просто жесть. У них даже доставка платная. Нет минимальной суммы доставки. Хоть на 100 рублей, хоть один ролл закажешь, хоть 10 роллов, все равно 50 рублей доставка. Ну, я заказал, получается, 615 рублей за 5 роллов и 50 рублей доставка. Вот.
Ну, это полная жизнь. Я даже не знаю, как доедать это. И стоит ли оно. В общем, ребят, я еще что хотел спросить. А, ну, у них вообще полноценный магазин, они даже не в Соколе. И меня что смутило, то, что у них... Сейчас я вас подниму, чтобы вы разговаривали, видели меня. Блять, сейчас, ребята, подождите. В общем, что хочу сказать-то. У них полноценный магазин. Они не в Цоколе где-то, да? Ну, сайта у них еще нету. Говорят, еще делают. Чисто Инстаграм. Чем они меня, не знаю, сказать то, что зацепили, вот они сказать. Просто вот мне интересно было, что там за роллы за 123 рубля. Я представляю, у них это я еще самый топовый, а те, я не знаю, она вообще отстойкова. То, что у них в Инстаграме, я, конечно, тоже понимаю, что это они сами себе отзывы пишут. У них чересчур прям офигенные отзывы, такие прям классные. Ну, я ебу. Это жесть. И да, теперь что хотел-то я. Я хотел у вас спросить, как вам такой формат видео? Он немножко сейчас по-другому и немножко тут. Вы видели все сверху. И теперь у меня тут такое мини-оборудование. Зацените. Соответственно, ваш лайк это будет сочтено за оценку. Вот. Еще хочу как-нибудь одни роллы. У нас тут роллы одни есть. Там только один ролл в районе 700-800 рублей. Ну, по возможности я сделаю обзор на них. Но дешево это самое страшное на свой риск и страх. Тут бывает, в прошлом ролике вы посмотрели за 400 с чем-то, да, там, по пятихатку, ролл. Ну, конечно, он лучше этого, да, там риба более-менее настоящая. Здесь она, ну, что значит? Ну вот, я еще раз, да, подниму, вот. Ну, вроде как, сколько там, миллиметра два, да, толщина я. А видно вам, нет? Не фокусируется, да? Рыба не фокусируется. Оно. Нифига. Нифига. А ну, секунду. Я даже для себя потестить просто хочу. Черт, ни хера не фокусируется. Ну, вот так вроде вам видно, да? Вот, я вот чисто одну так ее съем. Она даже никакая. Просто вот, не знаю, вымочена в воде, что ли, чтобы не пропадала, либо... Вот. И вот эта вот рыба, с этого ролла, блядь, она рвется тоже, она, ну, это видно, что не свежая, вот. Видите, она даже цвет, чисто копченая, так это не лосось, это тоже жесть. Ну, с консервы, с банки, наверное, какой-то у нас, вакуумная рыба. Это просто пипец. Ну, а у Наги это вообще отдельный кадр, я даже не могу его взять, ну, вот сейчас. Кое-как, вот. Это вот на одном роли у Наги. Как он там? Дракон называется этот ролл. Точнее, у Наги это соус, а это... как он называется? Уголь, протупил. Но угрем тут и не пахнет. Поэтому я и название забыл, то что я... Угря не вижу. Реально, и угорь какой-то безвкусный. Ролл за 123 рубля. А в отзывах пишут, классный, новое сочетание вкусов. Какое новое сочетание? Новое сочетание безвкусия? Ну, может быть. Поэтому веса у них нет. Ну, на вид, в принципе, как бы не сказать, что они тут маленькие или еще что-то. Поэтому... Ну, я хотел попробовать, ну, думаю, покажу вам. Показал. Поэтому все, не будем затягивать. Если вам понравился новый формат и заметен ли он, напишите в комментариях. Ну и пальцы вверх. Вот.
Видео будут более-менее. Постараюсь чаще выпускать. Все, не буду вас задерживать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Ребят, я хотел добавить. Сейчас что-то после снятия видео начал у Наги еще попробовал. И, ну, так вот по одной еще взял, да. Это пиздец просто. Я просто вот что-то как-то вот было предвкусие, но мне думаю, ну это мне кажется, что-то. Вот этот ро, как его, Сунаги, как его, блядь, забыл, с угрём ебаным. Просто настолько его тут не видно, что я забываю это название. Но суть в другом. Он какой-то тухлый. И вот и сыр тухлый, вот не знаю, именно вот это с угрём. А он, кстати, самый, ну, обычно в доставках он самый дорогой. Ну, здесь что, 123 рубля. Блядь, это пиздец какой-то, я его... Вообще в шоке, как могут, у них такие отзывы. Я постараюсь приложить пару отзывов с ихнего инстаграма. Охуеть. Вот. Тухлые роллы за 123 рубля. Наверное, ролик так и назову. Это пиздец. Все. До следующего выпуска. Теперь точно пока. И не берите такие роллы больше никогда. Берите нормальные роллы и заботьтесь о своем здоровье. Все, пока.